Меня зовут Ки Джун Ли. Я вице-президент SAP по маркетингу. SAP — самая большая в мире компания по производству корпоративного ПО. Мы помогаем бизнесу работать более эффективно. Наше дело — менеджмент ресурсов, сопровождение клиентов, аналитика и обработка данных. Мы помогаем бизнесу работать с Big Data, налаживать отношения с клиентами, работать с интернетом вещей. Big Data используется во множестве популярных корпоративных решений. Данные, которые собираются из мобильных приложений и соцсетей, активно используются для оптимизации бизнеса в таких сферах, как M2M, чекаут-системы, CRM-системы и другие. Если эта информация анализируется в реальном времени, она дает вам представление о том, кто ваш покупатель. Используйте эту информацию с умом. Сделайте общение с клиентом личным. Дайте ему почувствовать, что вы знаете, кто он и что ему нужно. Количество данных в мире будет только расти. В будущем связи между людьми будут еще плотнее. Между собой будут связаны дома, вещи и много чего еще. Все эти связи будут генерировать полезные данные. Мы помогаем бизнесу получить эти данные и использовать их. Важно делать это быстро. У данных есть срок годности. И важно, можешь ли ты их использовать сразу или тебе на это нужно несколько часов или дней. Покупателю необходимо сделать специальное предложение, когда он находится в магазине, болельщику на игре и так во многих отраслях. Вы можете получить огромное количество крайне полезной информации. Историю покупок, предпочтения, местоположение. Можно даже сделать предположение о том, какое в данный момент у человека настроение. Конечно, нам доступна только та информация, доступ к которой дают нам пользователи. Но пользователи готовы делиться информацией, если взамен они получают от вас отличный сервис. Бизнес должен завлекать потребителей. Он должен уметь анализировать данные о потребителях быстро и качественно, если они готовы делиться личной информацией. А если не готовы, множество источников могут дать неперсонализированные данные. План Б на сайте rbk.ru.